Солнце, море, пляж и роскошный пятизвездочный отель Suena Hotel Deluxe Белек. Да-да, телеканал Russian Music Box снова зажигает в горячей Турции. Чего мы сюда приехали, задайте вопросом, пока у вас там дождь, гроза и, так сказать, вьюга, да? Мы сюда приехали для чего, Викос? Мы сюда приехали на легендарный Music Box Party, который каждый год проходит, и в этот раз они проходят в Турции, в городе Белек. Да, дорогие мои, именно здесь мы будем зажигать, практически каждый вечер будем радовать всех собравшихся, так сказать, качественной музыкой и просто потрясающими танцами. Да. В этом году на вечеринку приехало несметное количество артистов. Три! Да, их всего три. Итак, первый – это диджей Цветко. Господи, как он порвет танцпол, вы представить себе не можете. Второй артист — это... Группа Маяковский. Да, но тут будет интрига, и об этом Виктория расскажет немножечко позже. И третий артист... Группа Виагра. И их, кстати, всего тоже... Трое! Да, вот, поэтому, родные мои, мы вам желаем только хорошего настроения, будут эксклюзивные репортажи, и, знаете, будет очень много раскрытия тайн. Да-да-да. Тайн. Здесь, на солнышке, звезды шоу-бизнеса Виктории раскроют все. Все, они просто растают от моих вопросов и от меня. Да. Гольф, аквапарк, спа-комплекс, тренажерный зал, 3 ресторана, 8 баров и столько же бассейнов. Перечислять все прелести Suena Hotel Deluxe можно бесконечно. Ну а на Music Box Party по-другому и не бывает, ведь наш телеканал всегда выбирает самые правильные места для отрыва. Правда, отдыхать в таких поездках получается далеко не у всех. Ну что ж, дорогие друзья, минутка слабости и нежности. Настало время, Викулечка, нам с тобой разделиться. Ты идешь на поиски сенсаций, я иду на поиски еды, поскольку здесь all-inclusive. Согласна? У меня есть выбор. Ну, я тебя найду. Пока. Гулямба! Пока мы с Антоном каждый по-своему совмещаем приятное с полезным, отдых и подготовку к вечернему концерту, в фойе отеля начинается самый что ни на есть звездопад. Леха, привет! Ну как? Есть, привет! Ну ты уже есть план какой-то? Крутой лайнап? Есть план. Ты не поверишь. И вы не поверите, потому что держитесь. Диджей Цветков идет к вам. Работа работой, а обед по расписанию. Благо с этим в Suena Hotel Deluxe проблем не бывает, да и быть не может. В отеле правит его величество All Inclusive. А пока нужно подкрепиться. А подкрепиться есть здесь чем. Вот посмотрите на молодого человека. Вот. Судя по всему, он не полностью испытал на себе все счастье All Inclusive, потому что, да, господи, не оттуда брал. Там еще очень много различных кайфушек. А ты пирожные любишь, скажи мне? Конечно, люблю. Да? Точно, за фигурой вообще не следишь? Я вообще не слежу за фигурой, мне нужно полнеть. Полнеть, понятно. Я тебе сейчас дам путеводитель по самым вкусняшкам здесь, да? Вот, а пока ты уйди на еду, чтобы мы как-то пирожные похавали. Тем временем звезды все продолжают заселяться. Привет, телезрители и Russian Music Box. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Группа Маяковский высадились буквально сколько, час назад в Анталии. Мы не видели море, но мы видели здесь гольф. Да, в Москве до дома дольше добираешься, чем до отеля в Турции. Так вот, гольф мы видели. Хотелось бы поиграть, это моя большая-большая мечта. Даша, о, красиво. Вот мне очень интересно вид. Все! Посмотри там! Офигеть! Ну, посмотрим внутри. Все, дальше. Хорошо. Большая кровать. Нравится. Нравится. А, ванную. Вообще, все ништяк. Мне очень нравится. Супер.
артисты готовят свои хиты для наших вечеринок, мы с Антоном пытаемся найти друг друга в этом нереально большом отеле. Друзья, за целые сутки мне так и не удалось найти прилетевшего Антона Юрьева. Сейчас я пойду на дискотеку, где играет диджей Цветков, и я уверена, Юрьев будет там. Ведь они оба из Питера. Пойдем. Вот чё-чё, отжигать-то не умеют точно. Вот, вот. И так практически каждый день. Потому что здесь, дорогие друзья, Music Box Party. На втором этаже находится диджей Цветков. Вот он здесь, вот буквально туда. Идем прямо, прямо тут. Занят, занят. Разрыв. Как тебе? Вот мне очень, очень понравилось. Очень круто. Люди, спасибо вам большое. Вы молодцы. Вы меня так поддержали. И ты меня поддержала. Да, рядом я со мной танцевала. Да. Круто было вообще. Самые крутые. Russian Music Box. Вот реально, ребята, первый раз я на Russian Music Box, но круче я не видел. Не видел. Это просто как бальзам на душу. Лайнап какой-то специальный ты готовил для нашей вечеринки? Да, были, ну-ка, как бы были ремиксы специальные сегодня. Ну, к сожалению, я не все успел отыграть, но все, что было, все запомнили. 100%. Да? Да! Уже в следующих дневниках вас ждет настоящий звездный отрыв на берегу Средиземного моря. Уж поверьте, такими вы еще не видели своих кумиров. Оставайтесь с нами и наслаждайтесь легендарными Music Box Party в Suena Hotel Deluxe Белек.